Внимание! Глава города объявлял комендантский час. По какому поручению? По домам? По какому поручению? Так я не тебя, алло, я даже не на тебя навелся, алло. У меня наводка не на тебя сработала, понимаешь? Лицом к стене. Ну, как... Предъяви сначала свой значок, а то я не уверен, что ты сотрудник ГОС. Предъяви свой значок. Только тогда я стану лицом к стене. Я вот тут стояла, там вылез какой-то. Это я обосрался. Вы можете разобраться с этим. Вылез. Кивать начал. Я обосрался. Что такое АФК, братик? Ты что несешь? Я упал туда, да, он мне снялся просто арест, да, он. Ты все же вызвал админ. Да. Причина, как он сказал, наверняка фри арест, да? И номер 5 вызвала. А смотри, такая ситуация была. Я бегу, вот тут бежит человек с маником, у него деньги. Выпадают за ним, толпа бежит, вот так вот бежит. Я ему говорю, стоять лицом к стене. Я вижу, по НРП я вижу, что это банкир. Я знаю, что он имеет право с маленькой ходить. Только я ему приказал лицом к стене стать во время какого-нибудь часа, чтобы его, во-первых, обыскать, а во-вторых, чтобы узнать, зачем он именно сейчас бегает, это раз. А во-вторых, чтобы он прекратил бегать с маником. Чтобы... Ты понимаешь, что банкир Нет. имеет право на... когда кончался, он имеет право на бегать по улице? Я знаю то, что ты имеешь право бегать во время кончаса. Я тебе вообще про другое, чтобы ты с маником включенным не бегал, чтобы за тобой толпа не бегала. Ты же я деньги раздавал. Это можно делать после кончаса. Я тебе хотел это сказать. Ты продолжал бегать, несмотря на то, что ты меня не слушал. Я тебя потом за это арестовал, я тебе дал возможность пройти себе в банк, поставить маленько в сейфе. Я тебя потом тебя взял, арестовал и посадил. Ты еще пытался мне взятку дать. Вот все. Я не пытался, я хотел, типа, я говорил, хочешь деньги, я раздаю. Я смотри, а где мой маник, где мой маник, где мой маник? Я не знаю, я когда уходил, он у тебя в сейфе оставался. А ну-ка, ты дай мне сейф, пожалуйста, я посмотрю, если его не будет, то себя типа 50 кам будет. Твоя ошибка, тебе нужен. Нет.
Нет, там деньги пока печатаются, я потом заберу. Майник твой? Да, мой. Все, короче, тебя повезло, ты... мне просто нужен был только майник. Ты его сделай так, чтобы его никто не мог открывать. Потому что я тебя когда посадил, я все сделал, поставил рядом корзину, чтобы деньги туда падали. Включил тебе майник, чтобы деньги печатались, чтобы у тебя он просто обрезал, и все. Ладно, спасибо, братан. Говорю тебе, идем в банк, я тебе дам деньги за то, что типа. Я просто, знаешь, типа напугался. Ладно, тогда закрывай жалобу, братан. Пока молчат. О, погоди, летает. Ладно, погоди. Админ! Админ, стой, админ! Где админ? Где админ? За что ты его тормозил? Потому что он не дома, он говорит, что я не могу его арестовывать, потому что он врач. И закон час меня стопанул. Егор, я что, могу врач? Тебя сейчас спокойно арестовать, я не буду дождаться админа. Да, но только потом... А законов нету. Я так, могу тебя арестовать, потому что ты врач. Во время комчаса на улице, раз этого нету закона. Где это правило? Тебя арестовать. Закон час? Да. Ой, короче, когда админ придет, что тогда ты... админ и придет. Лицом к стеночке, пожалуйста. Лицом к стеночке, да. Я понял. Да, у меня КД, можешь вас узнать? Тебя, блядь, не смущает, что это Гринзон? Не мои проблемы. Гринзон, она в рандом. Так, молодой человек. Конфискуй. Мешок с ним. Центр лицом к ней ПС. Лицом попал. Лицом к стене, лицом к стене. Лицом к стене, товарищ. Я понял, на каком основании меня только что участковый, ну-ка. Участковый, ну-ка зайди-ка. У меня что? Сейчас что? Вопрос в упор. Меня только что подошел, обыскал какой-то мужчина. Кто это был? Чего вы здесь на улице? Какой? Я только зашел на сервер. Так из госслужащих, из ваших. Разберитесь, пожалуйста, с этим. Я я не могу без точной информации узнать, кто это был. Вы сейчас, ОМОНовец, пожалуйста, уберите оружие. И вы тоже. Вы находитесь на частной территории. С оружием. Предохранитель, не беспокойтесь. Она точно на предохранителе? Точно. Да, она точно. Ладно, все, хорошо. Я извиняюсь, что потревожил вас. Нет, спасибо, что охраняете нас. Пожалуйста. Энергия. Ну. Это что-то он. А мы эту квартиру вроде уже зарейдили. Да, сиська здорово. Здорово. Смотри, я забыл, короче, у меня, короче, ФД открывает. Лицом к стеночке, лицом к стеночке, лицом к стеночке. Лицом к стеночке. Встаньте со скейта, со скейта. Сейчас сразу его надо нести к медику. Стоял. За шо? Что с мной? Лечи его, медик. Вон медик, лечи его. Готовьте его связывать. Окружите его, окружите его. Вылечи его, окружи. Окружите его. Господи, ты отсталый?
Стой, Мирик, стой. А я уже жалобу подал. У меня, я уже жалобу. Просто так посадил сейчас моего друга, подошел, выломал просто так дверь, когда мой друг тут стоял, вот. И вы тоже, типа, или вы его увольняете? Извините, но тут уже наши полномочия, все. Ну я тоже админ, хорошо, админ. Такие чмошники. Ты же такое ощущение, как будто я сдох вчера. А почему, комчас, что ли? Да? Нет, за оскорбление. Кого оскорбление? Госслужащих. Я сказал танкисты. Я не говорю госслужащих. Я сказал танкисты, чмошники. Чувак, по НРП. На НРП серьезно, чувак, я сказал танкисты, реально сказал танкисты. Я пробежал он оттуда, говорю, танкисты, чмошники. Я не про тебя вообще говорю. Тогда что? Нет, не уберу. Че, тебе надо, блядь? Ты, блядь, ствол убери нахуй, ты чё творишь, блядь? Ты чё ствол на людей направляешь? Без причины, блядь, нормальный? Какая причина? Тебе с головой всё хорошо, ты на меня ствол направляешь. Ладно, иди. А вы становитесь лицом к стене. За что? По какой причине я должен становиться лицом к стене? Вот именно. Лицом к стене. Причины. То, что ты на меня ствол направляешь, вот это причина, да? То, что ты мне представляешь угрозу. За что ты его ставишь? По какой причине? Причину назови. Причину назови. Причину скажи. За неподчинение. К стене. Причина. К стене. Причина. Причина, 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 ты мне говоришь к стене встать. Стене три, ой, ты не слушай, это приказ, вот надо его уволить. Говно, ты, блядь, бери свои. Это шварный. По какой причине лицом к стене? По какой причине должен становиться лицом к стене? Я не в маске, я не подозрительная личность. Он и комендантского часа нету, ничего нету. Я вас не оскорблял, чё это за говно? Всё, 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 что пока, это такое? Братан. На непровлечение. И чё это такое? Да, спасибо, да, мне, да, спасибо молодец. Большое. Да не... Шеф, это не я, мы тут неадекватные полицейские. Эдик, подлечите. Да выпустите, я хочу...